Блин, не-не-не, это. Фонарь! Тихо. Да, он должен нагреться. Хорошо. Но мы ж далеко от деревьев. Какая замечательная вещь горелка. Смотри, чтобы он ветром не сдуло его это. К стенкам пламя сдувает ветром. Интересно. Юные поджигатели. Наверное, может, вы дуэт запишете? Да я думаю, что здесь слышно. Все равно красиво. А потому что нагревается, что ли? Угу. Интересно, а спирт, наверное, полностью должен прогореть или нет? Чего? Ой, лучше в бок не нагибай. А чем он там поджигает? Там спирт. Я думаю, что Маша не что-то такое. Да, Маша. Ой, мамочка. Давайте споем. С днем рождения. Да? С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, Маша, Маша, с днем рождения тебя. Машик, загадывай желание, загадывай. Вау! Он далеко. Смотри, прям к звездам. Вот это да. Ну, потому что хорошо очень нагреть. Но может, у нас было меньше, он был медленнее. Ну да, жалко, что...